Фу, сука, что-то 30 минут долго. Я в Sims сегодня поиграю, блядь, вообще-то. Так, нет, стоп, я не хотел в Sims сейчас пиздовать. Давайте лучше на бабский сайт пойдем, блядь. Sims 4 одежда. Чего, блядь, какой нахуй? Я не робот, блядь, пусти меня в Google. Какие, сука, светофоры? Так, что тут? Командный центр, слайдер для ног. Ебать, я не понимаю ничего. Пацаны, где тут наряды эротические? Внешность. Ебать, хуя Ники Минаж можно создать. Блять, ну я же понимаю, что в Sims это не так будет смотреться. Хотя, давайте-ка качнем, ну-ка, мне нравится. Подводка и реснички. Да похуй, качнем, просто посмотрим, как тут прям с сайта можно качать, ну-ка. О, нихуя себе. Так, качаем. Татуировки. Это что, блядь, за хуйня сделал это? Говнище. Да где, блядь, здесь трусы-то найти, ебаный свет, ну? О, надо? Надо. Это деду надо. Пацаны, чулочки надо там вот это вот. Где это все найти? Набор колготок и чулок. Заебись. Качаем. Залупа какая-то, но качаем. Как это в поиске, да? Какое дополнение ищем? Нижнее белье. Будем цивилизованы. Охуеть, тут одни трусы. Хорошо, если я напишу трусы. Так, а если трусики? Блять. Сказали мне зайти в эти самые скинтоны. А в чем прикол-то? Я немного не понял, но мне вот это больше всего понравилось. Типа, такое что-то. Что-то девственное чистое. Типа залупа какая-то все. Это сайт говно. Так, Sims 3 пак, но как бы моды на четвертый. Так, моды на четвертый. Женское. О! Во! Вот это уже другое дело. Женское нижнее белье. О, поехали! Это не один. Мне вот это нравится. Фу, я уж обосрался, я думал. Чего, блядь? Ах ты, сука, нахуй. Все, перекинул. Я знаю такие кнопки скачать, блядь, зеленые, ага. О, нормально, пацаны, вот это? Вот это нормально? Мне нрав вот это вот. Бля, я все равно их переодевать не умею, ну ладно. Нам нужны теперь, поняли, вот формы, фигуры такие, чтобы можно было делать. Я уже много модов накачал. Бля, вы зацените, пиздец, кто это делает? Это же мужики для баб делают, фиксируйте просто. Симка, вот, чё тут? О-о-о, ебада. А ну качай. 60 мегабайт тёлка весит. Симы знаменитости. О, так, поехали. Ну, естественно, блядь, Конор, конечно же, кто же еще тут должен быть? Ария Старк? Блядь, я могу, короче, скачать Арию Старк и заставлять ее ебаться с пришельцами, да? А есть какая-нибудь такая телка, прям секс-секс, чтобы был прям ебать? Такой, типа, я на нее натянул эти трусы и такой, твою мать, охуеть. Нет, я не хочу знаменитости, неинтересно. Знаменитости неинтересно мне. Симы женщины просто, попроще что-нибудь. Бля, они какие-то худые все, что ли, ёб твою мать. Потолще чуть-чуть есть там? Бля, такие в жизни существуют? О, фобоеба какая-то, хорошая версия. Ебать, пацаны, вот это... Так, я уже нашел свою царицу. Хочу. Но она какая-то, фу, блядь, 24 мегабайта весит. Бля, что за мегуста, блядь? Бля, прикольно, если бы тёлок можно было из интернета качать. Давайте эту скачаем. Так, все, я скачаю последнюю тёлку, и теперь надо еще скачать какие-то... Так, скины, что за скины, что это? Ебать, тут титьки, блядь, вы видели вообще? Не знаю, тоже скачаю, я не ебу, что это я такое тут тыкаю. Блядь, 63 мегабайт, что за жесть, блядь, что за хуйня, я сейчас тут на гигабайт накачаю. Запускаем. Сейчас будет жопа. Сиськи будут? Ну, я надеюсь, что нет. Поехали. Пиздец, прикиньте, канал зверьё сразу на рандоме выпал, охуеть. Так, ладно, мы девочек создаем. А можно как-то... Может, в галерее там девочки хранятся, которых я скачал только что? Где они? Моя библиотека, наверное. Лямур. Фу, какая она не очень, блядь. А где моих найти девочек? Левый верх еблан. Галерея моему... Блядь, они пиздец, я не понимаю, это очень сложно. Я же, блядь, не играл в эти дебильные детские игры. А где мои тёлки-то, ну? Слева там разреши в галерее. А, во. Все, понял. Извините! Так, какую из этих трех милфочек будем выбирать сейчас? Фиксируем. Только не третью. Ладно, третью, хорошо. У-у-у. Нихуя себе! У-у-у. Мне нравится. Что у нее с ебалом, типа, это нормально так? О, я могу Цири настроить так, как мне хочется, чуваки. Что ей не хватало? Да, по-моему, она идеальна, блядь. Ей все хватало, что ей делать-то? Фу, что с голосом, блядь? Так, хорошо, это будет одна из девочек. Я хочу еще одну создать. Цири из Цинтры. Вот так пускай и называется. Умная, да? Понятно. Что это? Добавить оккульт... Ебать, это... Я точно без модов скачивал игру. Это маскировка у него такая? Лайт, ну его нахуй, неинтересный. Так, хорошо, я еще в галерее открою.
Вот эту вайфочку надо. Да. Так, работяги, я сейчас попробую с нее кофту снять. Вы пока посидите. Так, есть одна проблема. Знаете, нехуйная такая проблема. С нее что-то сиськи пропали куда-то только что. Ладно, я включу, хорошо, так уж и быть. Да она какая-то, блядь, ну фу. Что у нее с... Ну она какая-то там более красивая была. Я не знаю, может быть, самому как-то делать. Как трусы снять? Бля, надо мод ставить. Так, хорошо, я первую посмотрю. Блять, я ее же и смотрел. Вторую, значит. Вот это мне больше нравится. А вот это уже получше, да, ситуация тут? Бля, мне нравится. Так, ну-ка, прикидончик ей надо нормальный какой-то найти. Что это за залупа? А ну, снимай. Да вы что, рофлите? Серьезно? Это такая вот, ну, это такие ж... У-у-у. Ебать, я накачал, твою мать! Ку-ку, я сейчас такую вайфу сделаю. Так, штанишки я там еще скачал. Такс. Это залупа. Снимай штаны. Плавки. Трусов не накачал. Или нет, стоп, я трусы качал. А ну... У-у-у. Тихо, смотрите. На... Ну, неплохо, да? Теперь к цыганам можно. Блин, слушайте, такие симки красивые. Теперь это не Sims, это какой-то 3D Sex Villa. Трусы зашкварные какие-то. Где я могу чулки найти? Бля, надо было юбку качнуть. Ладно, штаны вернем ей. Портки вот эти вот засальные. Опку можно подкачать. Оп. Мне нравится. Сейчас мы под какого-нибудь красавчика посадим. Блять, туфли надо было. Это какие-то уебанские туфли. У нее сразу ноги какие-то толстые стали. Можно как-то потоньше сделать их? Фу, мерзость. Неестественные ноги. Мне не нравится. Да это не вареник, это клитор, чуваки. Все нормально. Бля, надо... Ой, я туфлей не накачал, пацаны. Ну, то оставим стандартные тогда, чё. Как и, блядь, пускай так бегает. Крисман, чулки в аксессуарах. Аксессуары это у нас вот здесь. Ебать набор, алё, снимай штаны, блядь, лярва. Сейчас я тебя приодену, нихуйно. Так, у меня не стояк, нихуя. О-о-о-о-о-о, вот это мне нравится. Ебать, можно сеточку выбрать, чёрт возьми. Чё тут можно всё тыкать? Так, мне вот нравится... Пацаны, вот так. Это очень красиво, я считаю. Ой, стоп, еще и гольфы есть. Не, ну поверх-то кто их натягивает? Что за бред? О, тихо-тихо-тихо. О, ебать. Да. Блять, что-то ей не хватает. Ладно, хорошо. А как с генетикой у такой лярвы лучше не играть? Так, объединить надо. А тебя кто звал? Иди отсюда, блять. Такая бомжиха на фоне вот этой. Это вот тупо тёлка из поселка, а это из Москвы. Бля, у нее такая кожа пиздатая. Мне нравится. Юбку. Так у меня нет юбки, алё. Тут колхозные какие-то, я их не качал. Это что? Фу, нет, мерзость. Слушайте, нет, какие-то тут юбки очень убогие, честно. Мне не хочется их даже как-то, ну, носить. По-моему, охуенно вписывается, слышите? Сейчас еще тон подобрать вот так. Нет. Вот отлично смотрелся вот оранжевый. Необычный. А это даже шорты, да похуй, очень круто. Слушайте, а я, может быть, платье качал? Я не помню. О-о-о, смотрите. О-о-о, ебать, прикольно. Ой, не. Красиво, да? Только скажите мне, что это не охуенно, я вас убью. Но это же ночнушка, блядь, какая-то. В таком нельзя ходить. О-о-о! Ебать! Пацаны! Кто колготки так носит? Прием. Никто. А вот это прям вообще классно на ней смотрится, алё. Клама из Фортнайта. Какая-то маромойская, да. Так, вернуть что? Вот это? Это залупа. Может быть, вот это вернуть? Блять, ну в колготках какое-то уебанство, честно скажу. Давайте вернем нормальный прикидон. Сейчас мы другую сделаем. Я знаю, от чего вы кончите, чуваки. Все хорошо, не ссыте. Все балдежно сейчас будет. Стоп, где то платье эротическое? Я не понял. Это хуйня. Во-во-во-во. Какого цвета? Белое, по-моему. Черное слишком убого. Розовое как-то по-тупо-пиздовому. Но только белое. Вот такой белый, нормальный, все, пойдет. А вот Цири уже разденем сейчас, пацаны. Это же нормально. Так, где там купальничек? О! Я знал, что сделать, пацаны. Ебать, что за хуйня прилипла? Так, пацаны, тут модель кривая. Но признайтесь, вы же хотели посмотреть на голую Цири. Че вы, блядь? Я бы еще и трусы снял, блядь. Но нельзя на Твиче. Это тату? Разве? Да, нормалды. Пойдет. Таз шире сделай. А мне так нравится, кстати. По-моему, сочно выглядит. Так, хорошо, а как скины ставить? Ей, по-моему, красный идет. Сиськи ей делай. Зачем, алё? Она и так прекрасна. Я сейчас сделаю, она будет уёбищная с этими дойками. Не нравятся мне большие сиськи. Мне нравятся вот такие шарики классные. Обувь.
Блять, сейчас. Что, нормально у него обувь теперь, тапочки? Я ее хочу в трусах по городу пускать, пусть ходит так. Это нет, это фу. Педали, где эти педали нехуйные? Бля, у меня такой сейчас стоит чело, блядь, с розовых, это прям... Но это нет, надо розовые ставить. Может быть это? Так, нет, это хуйня. Пиздец, такое возможно? Так реально кто-то носит или что? Давайте маникюрчики ей сделаем. Классно. Ебать, нихуя себе я вайфу сделал, ку-ку! Ничего себе! Мне нравится. А теперь, ребята, я вам покажу, как охмурять цыпочек. Сейчас мы посмотрим, какой у нее дрянной характер. Ну ладно. Сейчас я их, блядь. Короче, суть в том, что их нужно куда-то поселить. Сейчас будет лесбийский секс. Фиксируйте. Синие чулки были. Так вы что хотите-то, я не пойму. Что еще добавить тут надо? Тут ничего не надо добавлять. Как кожу? Кожу сменить. Не цвет кожи, блядь, а вот тело там вот. А, вот и тут, наверное, погодите. Так, стоп. Ну-ка, соответственно, это отмена. Так я просто моды добавил. Текстура кожи, вот это можно поставить здесь. Бля, сочно, вполне сочно, чуваки, да? Ой, блядь, нет, кто ж такую грудь тебе сделал? Вот. Вот так вот, вот это титьки уже. Вот так. Пацаны, нормально я сделал? Нет, чешо поправить, может быть? Что еще ей забубенить? Блядь, говорят, опусти сиськи. Вообще, что ли, блядь, не шарите нихуя. Чулки сделай другие. Да вы доебете с этими чулками. Что с ними не так? Почему вам тут чулки не нравятся, я не понимаю. Я говорю, по-моему, все шикарно, алё. Это стандартные даже, это не моды. Красные? Ну, красных нет, алё. Есть такие. Ну, блядь, ну да, под комплект смотрится. Но это... Вот у меня, например, стояк только вот с этого. Как какое-то милое, девственное здесь вот что-то чувствуется в розовеньких, алё. Не знаю, мужики поймут. Вот сейчас поставлю вот это. Ну, фу, да? Мерзость. Ну, хуйня какая-то. А вот розовенький ставишь, а... Сразу захотелось выебать, ну согласитесь. Поебать, погнали. Давайте с этой экспериментировать. На эту похуй. Я же еще рот качал. Бля, ебать, можно, смотрите, что поставить. Вот это теперь я. Мелина. Верни зубки красивые, пожалуйста. Я не помню, как они выглядели. Губы, блядь, где здесь губы? Особенности кожи, вот тут, видимо. Слушайте, но эта кожа похожа на реальную уже, я вам так скажу. Более блядь, что-то у нее ебало какое-то прям мне не нравится. Она как будто героиновая наркоманка стала. Блядь, пизда, я все испортил, пацаны. Что с губами, блядь? Ебать, как вернуть? Пиздец, Ctrl-Z. Да все, тихо. Вот, все, блядь, ничего не надо трогать. Охуй, ладно, все, вот это оставим. Все, надо уже играть, блядь. Какие губы меньше? Губы это чтобы клитор сосать нормально. Все, отстаньте. Ох, пиздец, короче. Две прошмандовки из Киева, блядь, решили подработать в городе. Не, ну зимой будет вообще не кайф, правильно, в трусах гонять. Я считаю, что надо лето, блядь, наверное. И персонажи могут играть с водяными шариками. Ух, про Киев не понял. Да я мог любую хуйню спиздануть, хоть Саратов, блядь. Бюджет 22 тысячи симолеонов. Так, где я смогу подцепить себе нихуевого хахаля за Цири? Оттрахать его в жопу, потом он нам даст денег. Мы его впишем в нашу хату. Потом мы его, короче, убьем нахуй. И будем вместе сношаться, блядь, женский. Но у нас будет очень много денег. А тут можно так, типа, за хахалем пойти и, типа, снять его? Честно, я скажу, у меня был былой опыт. Я тоже, блядь, сидел на плейграунде и качал сборники, чтобы, блядь... Антицензоры, блядь, я ходил, короче, у меня был Sims 3, и я там с гол... Какой-то вообще мод качнул, даже не в курсе был, а мне было... Сколько лет-то мне было? Бля, 15. И я не понял, почему у меня персонаж с голым членом ходил, у меня там дети, блядь, бегали, поняли? Я всю семью сделал, машины расставил, все расстроил. И у меня, блядь, играю, ну там, за тёлку перемещаюсь, иду ее кормить, в душ там веду. И вдруг у меня, блядь, мужик с голым хуем вылазит, дети орут, блядь, типа, батя, ты чё? Я такой думаю, что, блядь, происходит? Реально там болт вот такой был, блядь. О, я такой, ну чё? Как бы он не убил никого.